Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодня морской стемпинг дизайн. Если вам интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Для сегодняшнего дизайна я буду использовать рисуночек с плитки Clear Jelly Stamper. Мне понадобится штурвал морской. Из другой плиточки я возьму вот такие вот морские канаты с узелками. Для поднятия рисуночка буду использовать большой прозрачный штамп той же фирмы и лаки для стемпинга, такой темно-коричневый и белый, той же торговой марки. Подготавливаем плиточку, я протираю ее ацетоном и штампик чищу о липкую ленту для чистки одежды. Наносим коричневый лак на рисунок, пластиковой картой распределяем лак и удаляем излишки. Поднимаем рисунок штампом. Оставляем его так чуть-чуть подсохнуть. Затем наносим желтый лак и опять же оставляем до полного высыхания. Когда лак высохнет, он легко отделяется от штампа и переносим нашу заготовочку на ноготок. Удаляем излишки и подчищаем все вокруг ноготка плоской кистью и ацетоном. Теперь займемся штурвалом. Сначала я переношу рисунок белым цветом, а затем с небольшим смещением коричневым. Теперь остается только нанести топ, и дизайн готов. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Спасибо, что смотрели меня. Увидимся, услышимся в новых видео. Пока-пока!